Одна машина, задняя. Передний ждет сейчас сопровождение. Взяли так? Да. Кто подавил? Кто у вас подавил? Центр блок 5. И Мига не может положиться. Запчасти хотят из масла вам с грузом семена. Ага. Спасибо. Здесь вы имеете право заняться эту пропуску, только переводить тех, кто работает на БАМИШ. Ва? Служебная необходимость. Чай, Тускандар, Салава, Бират, Пасна, Парудыгин, это не дает этот пропуск вам права. Машина за может находиться. Сельхоз продукция ракет. Ну на кого-то запчасти на этот ЕМЗ, прокладка, гильзы. Вот здесь. А это поршневая получается? Е-е-е. Ну да, на трактор. Так, с кайжи говорил. Силок. Солгим, хайп кемис. Обратно вернусь. Запчасти отдам, а ты составлюсь. Мы хотим инвентаризацию провести, потому что в рабочее время нам там надо... Я боюсь, что вам должны сказать. Вам придется инвентаризацию сделать после окончания учета. Сейчас ситуация в семье очень напряженная. Какие установки получили на разводе? Какие машины пропускаете? Зеленый коридор делаем, который продукты питания делает. Хорошо, да, первое. Да. И машины, которые всех собираем, патруль вызываем, вот сюда собираем, патруль вызываем, вот патруль приехал. Ага. И запроводить до поста. До выезда. Зеленый коридор, центр. Какие еще две категории вы пропускаете в себе? Категория спецтранспорт, средств, которые. Хорошо, вторая, третья? Вот. Спецслужбы, которые наши. Вот это аварии по аварии, которые связи у нас. Кому, каким категориям вы проводите экспресс-тестирование на этой точке? Температура СИБАР, анамнез ЖНЕМС, контакта был, нет. Хорошо, температура СИБАР, если по термометрии. Сынок, это первое. Uh-huh. Еще кому проводите? За границей, которая будет. Жан жақтан бір бөтен үшін кешкім жоқ та бұл да, иә? Жоқ.